Всем привет! Сегодня поговорим о двух квадриках для детских покатушек. Это две популярные модели разных брендов. Итак, у нас сегодня в гостях в Universal Motors вот такой вот юный покупатель. Привет! Привет! Как тебя зовут? Меня зовут Дима. Дима выбрал квадроцикл Yokota Dazzle. Детский утилитарный квадроцикл Yokota Dazzle 22 года выпуска. Фишка его в том, что он подойдет для самых маленьких, и у него дисковые гидравлические тормоза. Рычаги расположены недалеко от клипс и легко нажимаются даже самыми маленькими пальчиками юных любителей погонять. Есть сигнализация. Вполне взрослый внешний вид квадрика и комфорт, несмотря на его размеры. Хромированная решетка радиатора без радиатора, хорошая рама, руль невысокий, подойдет для самых маленьких щеглов. Понравился тебе квадроцикл? Да, очень понравился. Что тебе в нем больше всего понравилось? Расскажи мне. Свет у него такой больно красивый. Цвет, руль? Колеса большие. Точно, тоже такие хорошие. Пластиковые накладки и спереди, и сзади. Мягкий курок газа. Возможность плавно стартовать без рывка – это очень важное качество для детского квадрика. Электростартер. Усиленный маятник. Защита цепи. Удобная регулировка натяжения цепи. А еще у квадроцикла есть поворотники по кругу. Какой тебе еще нравится? Вот этот. Вот этот? Да. Ну-ка. Квадроцикл BSE XT1.1. Можно сказать, что это чуть более кроссовая версия 125 кубиков под стальной рамой, хотя он считается утилитарным. Подойдет и для детей постарше. Точный возраст назвать сложно. Зависит скорее от роста, чем от количества годиков. Высота посадки 700 мм. Здесь руль расположен повыше, и маленький ездок может просто не дотянуться до него. И в принципе даже взрослый небольшого роста и веса может кататься на нем. Помимо электростартера имеется ручной стартер. Что нравится? Окрас очень нравится, красивый. Красивый. Да. Ну ты какой выбираешь? Вот какой это. Родителям скажешь, чтобы тебя взяли? Вот, вот такой? Так. Родители, прислушайтесь к мнению. Что, Адя, можно водить кого-то? И что-то. Здорово. Ладно, пойдем тогда к родителям. Да, пойдем. Дима себе выбрал квадрик по душе, но не стоит ориентироваться на вкус других. Выбор квадроцикла – это всегда индивидуальная история. Ну а я в своих видеообзоре раскрыл вам нюансы и тонкости модели Yokota Dazzle и BSE XT1.1.1. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, в комментариях пишите, какой видеообзор вы бы хотели увидеть в следующий раз. Ну и все, всем пока, удачи!